Всем привет. Я уже в процессе. Этим ножом я чистил картошку и не менял, потому что поспешил. Ног пришел в тренировке голодный. Раньше не успел ничего приготовить. Потом мы вместе ходили за хлебом. Это видео я снимаю для того, чтобы тоже поучаствовать в предложенном мною, как называется слово-то, флешмобе, когда друзья присылают видео, где они готовят что-либо. Сегодня суббота, и мы, в принципе, основную еду уже всю подъели, которая у нас была выдана в понедельник. Осталось... Картофель почистил, баклажан, два перчика, чеснок, лук белый, лук обычный и грибы. И вот такие вот рыбные консервы. Это в качестве мяса будет. Мы потушим это в сковороде. Получится картофель с грибами и овощами. Ну, то есть тут баклажаны, перчики, лук. Чеснок. И отдельно там в прикуску рыбные консервы. Еще у нас есть свежие багеты из булочной. А дальше давайте посмотрим, что готовят наши друзья из разных стран мира, из разных городов. Присоединяйтесь к нашим будущим флешмобам. Это как-то может объединять. Я сейчас это делаю спонтанно, без подготовки. Но если будет серьезный отклик, мы подготовимся и сделаем какую-то тематику, много интерактива. Но даже так, мне кажется, может быть интересно. Юра Тепляков из Шамбери, Франция. Сынок скоро придет. Не тормознул. Вот ты просил, не знаю, блин, не знаю, как сделать. Вот так. Видео горизонтальное тебе. Ну вот. Мы решили сегодня в честь... Да где у меня это самое? Это? Я смотрю куда-то не туда. Ну ладно. Мы решили в честь старого Нового года отметить как бы старый Новый год. Решили сделать плов. Посмотри, видишь? А? Вот плов будет. Кайфовый. А, о. О. Ну, не знаю, получилось, нет. Вот, короче. Ну, со старым Новым годом, что я могу сказать. Ну, то бишь, с праздником. Давай, пока. Всем привет, это Андрей и Таня Тепляковы. Юра, привет. Мы отзываемся на твой призыв, что у нас сегодня к старому Новому году будет. Вот такой. Расщедрился, я купил себе стейк говяжий. Таня купила себе сет роллов. Я буду готовить стейк с такими острыми перчиками, с паприкой и с соусами, соусом три перца и сливки. Напитки у нас апфельсафт, яблочный сок. А друг подарил нам текилу. Мы уже с другом немножко ее начали. И еще у нас есть Радлер, это яблочное такое пиво немецкое, слабенькое. И, ну, Будвайзер знают все. Вот, с наступающим старым Новым годом всех. Обнимаем. Всем привет, я Макс. Ой, в общем, я Друковы, знаю Юру, и сегодня я покажу, что я кушаю на работе.